Телеканал «Наука» стал партнером фестиваля «Свой взгляд». 1 марта этого года стартовал прием заявок на участие в 5-м юбилейном фестивале молодежной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд». Учредитель и организатор фестиваля – телекомпания «Лада Медиа». Юные, талантливые, креативные, если вам еще нет 25, вы любите и умеете снимать видео и работать с отснятым материалом, вам нравится фиксировать на камеру самые интересные события – добро пожаловать! Фестиваль посвящен Году науки и технологий, объявленному указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Приглашаем к участию детские и юношеские студии, учреждения дошкольного, школьного, среднего, специального, высшего и дополнительного образования, а также, конечно, индивидуальных участников.